Наш концерт назван «Аккордеомания». Именно такое же название носит следующее произведение, автор которого Пьетро Россини. У этого итальянского композитора и музыканта удивительная судьба. Еще в 3 года мальчик переболел корью и очень тяжело переболел, после чего потерял зрение. На 1 глаз он совершенно перестал видеть. Уже в 4 года он взял в руки аккордеон отца. И с тех пор именно аккордеон стал одной из любимых вещей Пьетро, и не просто инструментом, а нечто большее – другом, спасением и смыслом жизни. Пьетро Россини своим творчеством, эффектными и изящными композициями значительно обогатил репертуар эстрадного аккордеона. Пьетро Россини – аккордеомания.